современном мире, где мобильность является неотъемлемой частью повседневной жизни, автомобильный компрессор становится важным аксессуаром для водителей. Этот небольшой прибор может оказаться спасительным в различных ситуациях, делая поездки более безопасными и комфортными. В данном видео мы рассмотрим 5 самых популярных и надежных автомобильных компрессоров с AliExpress. И начнем мы с самого популярного и продаваемого на AliExpress компрессора от известного бренда Basius. Этот малыш обладает компактным дизайном, по размерам не особо превосходящим смартфон. Весит устройство 800 грамм. На корпусе размещена кнопочная панель управления с контрольным дисплеем. Автоматический режим подкачки прекращает свою работу, когда достигнут требующийся показатель давления. Полного заряда устройства хватит на 9 подкачек шин автомобиля, 17 мотоцикла или 54 сессии надувания баскетбольного мяча. На боковых поверхностях корпуса расположено 247 отверстий, которые обеспечивают качественную терморегуляцию оборудования, защищая его от перегрева. Следующий компрессор относится к категории бюджетных. И на примере этого насоса можно убедиться, что не все дешевое плохого качества. За 1200 рублей вы получаете отличный аппарат, аккуратный, шустрый и компактный. Он свободно поместится в бардачке или боковом кармане двери. На корпусе компрессора находится дисплей и кнопки управления, которые контролируют процесс подкачки колеса. На дисплее отражается точное давление в шинах, а с помощью кнопок можно добавить давление или уменьшить. Есть функция автоотключения и фонарик для подсветки в темное время суток. В общем, в нем присутствует все то, что и в более именитых марок. Единственный недостаток этого компрессора – короткий шланг. А это комбинированное устройство, объединяющее в себе функционал автономного компрессора, пускового устройства, пауэрбанка и фонаря. Корпус выполнен в сочетании черного и серого матового пластика. За счет скругленных граней и слегка приподнятой над основанием панели с тремя кнопками управления выглядит девайс стильно и в то же время немного брутально. Такой аппарат всегда поможет вам в случаях, когда вы путешествуете или находитесь в чрезвычайной ситуации. С ним вы сможете запустить двигатель при севшем аккумуляторе, подкачать спущенное колесо и даже подзарядить свой смартфон. Следующий компрессор своим внешним видом больше напоминает шуруповерт. Он в меру тяжелый, достаточно простой в использовании, производительный и надежный. Оптимален для накачивания колес дисками R13 и R14. Для накачки колеса с нуля до рабочего давления ему понадобится около 5 минут. Справится и с колесами большего диаметра, но это займет больше времени. Компрессор оснащен информативным цифровым дисплеем с кнопками управления. Автоматически отключается при достижении установленного давления. Комплектуется кабелями зарядки от USB и прикуривателя, набором различных переходников, а также удобной сумкой для переноски. Если беспроводные компрессоры не для вас, то вот отличный вариант, работающий от прикуривателя. Бюджетная модель, которая пользуется хорошим спросом, достаточно качественная, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы покупателей. Выглядит устройство необычно благодаря футуристическому корпусу. На внешней панели встроен высокоточный яркий дисплей, куда выводятся данные манометра. Результаты можно выводить в 4 измерительных системах. Качает насос очень бодро, после достижения необходимого давления в шинах или изделиях, отключается автоматически и вовремя. Есть встроенный яркий светодиодный фонарик, который облегчает работу в темноте и делает ее более безопасной.